Открытый турнир по художественной гимнастике для 7-летней Дарьи Горячевой – это долгожданный праздник. Легко и грациозно справившись с волнением, воспитанница клуба «Аврора» показала зрителям настоящее театральное представление. Оно стало результатом долгих и упорных тренировок. Уже около года 4 раза в неделю девочка под чутким руководством опытных наставников занимается в этой настоящей кузнице спортивных звезд. И это только начало. Какая твоя мечта? Стать олимпийской чемпионкой. Волнительный день соревнований и для мамы юной спортсменки, которая водит дочку на каждую тренировку в «Аврору» и отмечает у нее большой прогресс. Очень хорошо выросла она, стали более ровнее шпагаты, занимаем места первые, вторые, всегда по-разному, но всегда с душой и с трепетом. Гордитесь дочкой? Гордимся, безумно рады. Турнир, на который съехались гимнастки не только из Москвы и области, но и из регионов России, организован самим клубом «Аврора». Активное содействие оказала и торгово-промышленная палата Ленинского района, благодаря которому каждая спортсменка получила креативную медаль с символикой чемпионата. Участниками соревнований стали 250 человек. Такой масштабный турнир проводится «Аврора» впервые. И планов у клуба хоть отбавляй. Здесь вообще задана высокая планка. Процесс, настроенный не на сиюминутный результат, а на достижение постоянных прогрессов в будущем, в первую очередь. Чтобы ребенок не в маленьком возрасте выстрелил, а потом пропал, а чтобы вот он вырос в полноценную взрослую спортсменку с хорошим уровнем подготовки. Мы хотим, чтобы наши дети достигли больших успехов и были в сборной России. На сегодняшний день в клубе занимается более 100 девочек в возрасте от 3 до 16 лет. К спортивным вершинам их направляет сильный тренерский состав. Среди наставников в «Авроре» неоднократные победители и призеры различных чемпионатов. Они для детей отличный пример ярких и волевых спортсменов. Тренера очень сильно помогают добиться успеха, потому что если бы тренера относились как-то по-другому к гимнасткам, они всегда знают, как объяснить, что-то показать. И каждому ребенку находят свой подход. А 15-летняя Анна Скорнякова, которая, кстати, за время занятий в «Авроре» уже выполнила первый и второй разряды, отмечает особый дух, царящий в клубе. Здесь все как одна большая дружная семья. Здесь очень дружная атмосфера и непринужденная, и уютная. Мы приходим и обнимаем друг друга, и это сближает нас. И семья спортивного клуба всегда готова к пополнению. Двери «Авроры» открыты для всех, кто влюблен в художественную гимнастику. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.